Дим, спасибо, что посетил наш турнир в качестве участника. Можешь поделиться своими впечатлениями? Нет, ну, я об этом турнире, как и все, наверное, узнал в том году. Да. Хорошее начинание вообще ваше. Большое спасибо. Это большое дело в плане популяризации вообще тяжелой атлетики не только Московской области, но и вообще всей России, потому что уже об этом турнире знают очень многие благодаря твоему сайту, благодаря вообще тем людям, которые сюда приезжают и выступают. В интернете информация. Да, сегодня я получил большое удовольствие, потому что, в принципе, набрал неплохую форму. Так скажем, мои последние выступления очень часто заканчивались какими-то травмами. Вот сегодня я очень доволен и рад, что я выступил в позитивном настроении, получил хорошее настроение, не получил ни травм и, в принципе, с запасом поднимал. Поэтому я рад своему выступлению. Рад, во-первых, что было много болельщиков, много фанатов тяжелой атлетики, которые болели, поддерживали. Все прошло замечательно. Спасибо.